Всем привет! В сегодняшнем видео я продолжу тему разбора посылок и на этот раз покажу вам одежду, которую мне прислали на обзор магазины Shein и Rumvi. Болтать много я сегодня не буду, я сделала это видео в формате лукбук, образы в котором как раз составлены из присланных мне вещей. Что-то из которых оказалось, как обычно, вполне достойного качества, что-то похуже. В своем лукбуке я использовала все вещи, несмотря на их качество. К примеру, вот такая модель юбки оказалась сайта Rumvi, оказалась не лучшего качества, но тем не менее я ее вам покажу, потому что этой осенью и зимой эта модель очень популярна, ее можно сочетать, к примеру, с кожаной курткой и тяжелыми модными полуботинками. К сожалению, посоветовать приобрести именно эту юбку с сайта Rumvi я вам не могу из-за ее качества, но тем не менее вы можете, посмотрев мой лукбук, подобрать уже себе аналог более хорошего качества другого бренда. Еще хочу обратить ваше внимание на такую модную тенденцию этой осени, как сочетание нескольких оттенков одного цвета в многослойном образе. Особенно это касается коричневого, горчичного и бордового цветов. И в своем образе я также продемонстрировала пример такого модного сочетания, используя оттенки моего любимого цвета. Мне показался этот образ очень интересным, надеюсь, он также понравится и вам. Вообще хочу отметить такой момент, что когда я ожидаю посылку с китайских сайтов, я уже наперед знаю, что, скорее всего, останется в моем гардеробе хотя бы на один сезон, а что мне не подойдет. И чаще всего такой вещью оказывается либо свитшот, либо толстовка. Как и на этот раз, мне пришла отличная объемная толстовка модного цвета хаки, я также с удовольствием покажу ее в своем лукбуке. В любом случае, в описании к видео я оставлю комментарий к каждому образу, который я показала. Осталось пожелать вам приятного просмотра, напомнить, чтобы вы подписывались на мои модные рассылки с краткими советами по шопингу. Сделать это можно также в описании к видео, перейдя по ссылке. Всем спасибо за очередной просмотр и до встречи совсем скоро в новом видео. Всем пока!